Ольга, а про эту работу что ты можешь рассказать? Работа маленькая, миниатюра. Миниатюра, я так думаю, 4 сантиметра на 3 сантиметра. Выполнена из агата, обладает всеми свойствами воздействия монументальной работы. Удивительно цельная. И мною рассматривается как подтверждение моих собственных поисков. Да, я даже думаю, что как практически и все. Выстроена по классическому образцу, такому плакатному, треугольник. И у Голубкина есть работа под названием «Мать-Земля». И интуитивно автор пришел вот к этой старой, архаической, прекрасной, уже доисторической форме композиционной, гармонической сущности. Да? Треугольник, покоящийся на двух углах. И то, как он решил эту проблему, устраивает меня или нет, мне не важно. Мне важно, что он это сделал. Лицо такой вот древней праматери, сисечки, животик. Начал он суетиться со складочками вот этими. Ну, это же эскиз, это игра, это минута. Это... Он прожил эту жизнь и выложил это в этом материале. Да, мне хотелось бы, чтобы она была доделана, облизана, зашлифована. И было бы, и произошел процесс осознанного выбора средств художественных по обработке материала. Конечно же, я бы этого хотела. Были бы какие-то, расчищены бы вот эти вот, вот если бы он убрал это, да, образ бы считывался бы чище. Лобик бы у этой матери почистил. Тогда бы у нее больше бы акцент ушел на лицо, доделал бы ее. А вот уже складки ног рук мне нравятся. Я хотела бы, чтобы эта вещь была доделана. Вот, вот такой ко мне, у меня к ней... Посыл такой вот у меня бы к ней, требования, претензии, я бы это не назвала. Тогда бы и камень бы еще бы аккумулировал свет по-другому. Он бы заключил в себе вот эту вот жидкость, вот эту вот... Миниатюра любит, когда ее, на нее молятся. Вот, этот, эта вещь требует доделки. Я не знаю, сколько ей лет уже. Мне она нравится по позиции начала. Вот. А если... Ты сейчас рассматриваешь ее как сама мастер. Что ты сумел из нее позаимствовать как мастер? Какие идеи? О том, что произошло, вот в этой работе произошло небольшое тоже чудо для меня, что маленькая миниатюрная вещь может смотреться монументально. Это важно, это прекрасно. То есть чем вещь меньше, она по нашей привычной как бы схеме восприятия кажется меньше, меньше эмоций. Нет. Тема взята, тема решена определенным образом и звучит точно так же, монументально. И это для меня чудо. Вот.